Несанкционированная реклама – это реклама, которая размещена на непредназначенном для этого месте или на предназначенном для этого месте, но без разрешения собственника конструкции. Для рекламодателя это экономия бюджета, хорошее место на уже приготовленной площадке. Минусы и риски несанкционированной рекламы заключаются в возможных проблемах с законом и с собственниками конструкции. Сотрудники территориального отдела номер 25 Госатомтехнадзора Московской области проверили магазин около станции Расторгуева. Вот здесь же мы видим такие стенды, которые не вписываются в общую картину. На такие средства размещения информации разрешение не выдавалось, и они подлежат сносу. За это предусмотрена административная ответственность законом Московской области о Госатомтехнадзоре Московской области. Мы сейчас выписали уведомление владельцу вот этого магазина разливного пива с тем, чтобы выяснить, на основании чего он разместил, и принять меры административного воздействия. Инспекторы административно-технического надзора продолжают проводить регулярные рейды по выявлению самовольно размещенных информационных вывесок и добиваются, чтобы все рекламные конструкции были убраны незамедлительно. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Видное ТВ.